Уважаемые коллеги, в течение недели авиация ВКС России усилила интенсивность ударов в интересах наступательных действий сирийской армии и вооруженных формирований патриотически настроенных сил, ведущих борьбу с ИГИЛ. За трое суток с 25 декабря выполнено 164 боевых вылета, в ходе которых нанесено поражение 556 объектам террористов в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама, Хомс, Дамаск, Дейр-эз-Зор и Ракка. При поддержке авиации ВКС России правительственные войска продолжают наступательные действия против бандгрупп на всех направлениях. Наибольший успех достигнут в провинциях Алеппо, Латакия и пригородах Дамаска. В провинции Алеппо существенно расширена зона безопасности вокруг аэродрома Кварис. За последние несколько дней освобождено два населенных пункта к северу от аэродрома, а также тактически важная высота Тель-Шербия. В провинции Латакия штурмовые отряды сирийской армии ведут наступательные действия в северном и восточном направлениях. Установлен контроль над левым берегом реки Эль-Кибир от турецко-сирийской границы до населенного пункта Сараф. На направлениях Гбана и Сирмания взяты под контроль три важные высоты. В пригородах Дамаска правительственные силы продолжают наступление в районе Восточной Гуты. Начаты активные действия и на других направлениях. При поддержке российской авиации отряды сирийской демократической армии под командованием Аймана Флят Эль-Ганима ведут наступление на столицу ИГИЛ, город Ракку. В результате этого наступления от экстремистов освобождено около 20 населенных пунктов. Установлен контроль над стратегически важным объектом – плотиной через реку Евфрат в Эль-Ахмаре. В настоящее время отряды сирийских патриотических сил продолжают развивать наступление. Кроме того, нашей авиации нанесено 17 ударов по ИГИЛ в интересах отрядов сирийской свободной армии «Львы пустыни» и «Коломун», наступающих на Пальмиру. Правительственным войскам и вооруженным формированием патриотически настроенных сил оказывается поддержка местным населением. В заключение хочу отметить, что выбранная нами стратегия на пресечение каналов финансирования ИГИЛ и привлечение патриотически настроенной оппозиции к борьбе с террористами уже дает свои результаты. Мы намерены и далее вести работу, направленную на объединение усилий всех сил, заинтересованных в освобождении Сирии от международных террористов. Спасибо за внимание.